Насрал ТВ продолжает свой эфир. Да-да-да-да. А, страшилку надо допроходить. Я страшилку не допрошел ту, где в доме вот этот хозяин оказался не хозяином. Рик. Он меня убил, а надо прятаться от него, от нового владельца. А, это сейчас он зайдет, по-моему. Потом, или нет, это что за момент я забыл? Подожди, можно посмотреть, кто это? Ну вот, это владелец типа, который не владелец нихуя. Вот он типа пришел. И чё? Дед, ты так и не послушал трек про твой мотоблок. Что за дело? Сейчас. Блять, тут нам, блядь, надо прятаться в подвале. Ой, это не подвал. Блять, а где тут подвал? Подвал. Где подвал в этом ебаном доме? Вот это. Ха-ха. Набери тогда Семененко Максиму. Он ментом работает. Но едь на него дурачка молодого стажерчика 8900. Сейчас, ребята. Сейчас мне сообщение должно прийти. Блять. Ой. Забаговался, пидорас, или что? Что делать? А, сначала поговорить с ним. А где он? Ой, блять. Блять, точно. Объявление ко всем работягам Counter-Strike. Открылась вакансия рабочего на скинозаводе. Обязанности, значится. Первое. Заходить в ивент Epic Drop каждый день на протяжении осени и получать халявные предметы в скиногенераторе каждые 2 часа. Второе. Улучшать скиногенератор за шестеренки, чтобы скины были дороже. Третье. Работать на конвейере кейсов и открывать их за шестеренки. Там много чего интересного падает. Кейс открыть стоит 10 шестеренок всего. Нормально получается. А шестеренок этих вам отсыпят аж 1000 штук на первой же смене. По обязанностям все. Подать заявку на работу мечты можно по ссылке в описании. Пока мисс места есть. Что происходит?
Сам ты придурок. Блять. Сука, мобила звонить. Без дороги, хтось звони, блядь, мене. Блять, хтось хуяре. Ой. Бан! Блядь! Чё делать надо было? Самарский трикотажный уголок. Блять, забурився. Ебаный рит. Хтось мені хуяри. Блять, куда хуярить? Блять, куда хуярить? Ой. Ой. Блять, уебе! Уебе, сука! Уебе, лида! Падла, блять. Долбоёб, я хотел дверь закрыть, но не получилось. Ху, сука. Да, блядь, меня нема. Как он меня заметил? А как он меня заметил, сука? В чем проект, блядь? Я тогда так сделал, меня не заметили. Блядь, да, сука.
Блять. Я понял, надо лестницу взять и чердак, да? Сейчас. Захнись. Захнись, шкилка. Твоя мать тупень. Да, сука. Блядь, уебал. Уебал, гнида. Вот это, сука, интернет. Блять, ебаный рит, сука, мобыла звонить. Делать, я спрашиваю, что мне делать? Что делать, бля? Бля, тогда ща трек про мотоблок точно сработает. Длиною в год развалился по пути. Отлетело колесо, руль пять начало трясти. Он помолся в джинсы там, и колени все в крови. Вот такой вот наш кентавр, воплощение сатаны. Но на трубах не играют, а по ним течет вода. Как из твоего рта, воздуха на подрубах. Знаешь, это чувство, будто забуксовал. Будто под себя насрал и не помыл свою задницу. Знаешь, это чувство, будто забуксовал. Будто встретил пятницу трезво, будучи пьяницей. Снорк, снырк. Жилой бульбас, может потому что волока стричевский пидас. Снорк, снирк, пожилой бульбас, может потому что волока стричевский пидас. Долго спродлено в год, развалился по пути. Отлетело колесо, руль, блядь, начало трясти. Он порвался джинсы там, и колени все в крови. Вот такой вот наш кентавр, воплощение сатаны. Но на трубах не играет, по ним течет вода. Блять. Да, что за хуйня, блять? Хуевая музыка. То есть полный кал.
Заебал этот. Опа, на. Иди. Да пошёл ты на. И чё делать, не понял. Я не могу ничего писать. Он тут. Он побежал. Он куда-то побежал. Мне спускаться? Спускаться, да? Точно. Все. Я прошел. Я рассказал им обо всем, что произошло. Рик позвонил в полицию. Но к тому времени, как они приняли, буря уже тихо. Так это вообще-то да, легко, да, я прошел. Да, очень легко от няни играли. Легчайшая жизнь. Ну да, я, получается, заспидранил.